Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Armenian King, и я представляю вам еще один реплей из турнира Арена Гладиаторов. И я играю тут за германцев, то есть за Свеби, а мой оппонент Соколь из ЦВ клана играет за Спарту. Давайте-ка мы ознакомимся со составами. Тут у меня три знатных всадников, один отряд мастера меча, генерал, три отряда, эти новобранцы с дубинками. Все имена прочитал в интернете, прежде чем комментировать, чтобы этих проблем не было с именами. 6 отряда германских юнош, 2 отряда копейщики Вотана и 3 отряда волчьих воинов, и еще, да, конечно, берзерки. А мой, у моего оппонента тут 1, 2, 3, 4, 5. Да, 5 отряда периоки пикинеры, 1 отряд граждане кавалерия, или, в общем, что-то вроде этого. 2 отряда царских спартанцев. 3 отряда царских спартанцев. 3 отряда, это уже очень много, они же такие дорогие. 2 отряда спартанских гоплитов. Ну, у него тут походу 6 отряда пикинеров, или нет? Не, это просто переоки гоплиты. И еще один отряд, в общем, переделки гоплитов. 3 отряда илотов-прашников и 5 отрядов переоки пелтастов. Все, начинаем. Мой план в том, что зайти с этой стороны, чтобы он перевернул армию. А я с правой стороны, где эти воины не защищены щитом, бросать на них пилами. Для этого я взял этих германских юнош. Ну, не надо забить, что у него тут есть пилтасты, есть прашники, а у моих чуваков нету брони нормальные, так что это будет нелегко. Тут пытаюсь кавой что-то замутить, поймать этих стрелков, но он перекрывает и отступаю. Да, это две самые плохие фракции в игре. Даже не могу сказать, который из них слабее. Немножечко побыстрее сделаем. Тут кавой пытаюсь поймать прачников, но он отступает и стреляет на мою каву. Даже 5 человек уже потерял. Сейчас я, наверное, попытаюсь зайти в этот бокс, или нет? Да. Он тут гоплитами нападает на моих, а вот этого оставляет без защиты. Я это замечаю и нападаю на них, но он...
как-то умудряется избежать них, но все, и с этой стороны еще другой кавалерии нападаю, и он теряет этот отряд пилтастов. Все, уже мои юноши германские начали бросить копья на этих пикинеров. Ну я немножко нехорошо построился тут, надо было вот так построиться. Сейчас я прямо на щиты бросаю пилами. Тут замочили моего отряда знатных всадников. Отступаем. Этого сейчас убьем. Ну, тут надо в ближний бой пойти. Он тут поймал мою кавалерию с царскими спартанцами. В общем, это не бой, а хаос. Я пытаюсь пехотой поймать этих стрелков, потом стрелками убить всех этих пикинеров, и бой будет закончен. Но это будет нелегко, потому что еще его стрелки стреляют на мою пехоту, а у моих нет брони нормальной. Так что, в общем, он пытается кавой тут зайти в стил, ударить на моих юнош германских. Тут что творится? Тут волчьи воины струсили, а он бросает копья и камни на моих новобранцев с дубинками. Тут я точно выиграю бой, потому что это мечники, еще копейщики, чуваки с дубинками против гоблета. Тут мои юноши очень хорошо работают. Ну, вроде сейчас все ровно. Этих пикинеров недолго осталось жить. Этим пикинерам, то есть. У меня тут только эта кава осталась, у моего оппонента еще есть почти целый отряд кавалерии. Не надо игнорировать эту кавалерию. Да, они не очень сильные, но все равно. Вы увидите в конце боя, как они важны. Спартанские гоплиты тут пытаются поймать юнош, но против мастеров меча у них шансов нету. Но против мастеров меча много шансов есть у этих пилтастов. Он бросает копья на них. Мой оппонент кавалерии тут круги делает, пытается поймать момент и, наверное, нападать на моих застрельщиков. Этот отряд кавалерии не очень-то опасен. Они изнуренные, и мало людей осталось.
Королевские спартанцы струсили и все. Сейчас уже ситуация в мою пользу. Мечники, мастера меча должны выиграть с королевских спартанцев, ну, у моих, это, у спартанцев преимущество в количестве, и потому я отправляю этих парней с дубинками, чтобы ударили в тыл. А моих застрельщиков я отправляю, чтобы убили этих илотов, прачников. Неплохо умирают эти спартанцы тут. Еще сейчас еще лучше умирать будут. Ну сейчас я вроде выигрываю, но сейчас вы увидите, что творится и что делает эта кавалерия, что по мнению большинства игроков бесполезная кавалерия, но сейчас увидите. Смотрите на шансы. Тут все сейчас струсят и побегут домой. Это же стрелки. И смотрите, как шансы изменились. Тут мы пока мочим генерала спартанцев. Ну, уже мои эти волчьи воины тоже струсили, видя, что друзья побежали, они тоже решили побежать. И все. Из-за пол отряда этих кавалерий гражданинов я потерял этот бой, выигранный бой. Вот так. Очень хорошо сыграл мой оппонент, особенно в концовке, особенно кавалерии. Ну все. Спасибо за просмотр, и еще увидимся.